На конкурс дети читают стихи. Бобылева Алена, 9 лет. Молчанов. Память ленинградским детям, погибшим на станции Лучкова. Отрывок. Есть места на земле, чьи названия словно оков, держит память то, что осталось печально дали. Вот таким местом скорби и праздности нам стало Лучкова. Небольшое село на краю новгородской земли. Здесь в июльский безоблачный день 41 года враг, нагрянув с небес, разбомбил пассажирский состав. Целый поезд детей Ленинграда, 12 вагонов, тех, что город хотел уберечь в этих тихих местах. Кто же мог в Ленинграде в тревожном июне представить, что фашисты так быстро окажутся в той стране, что детей отправляют не в тыл, а навстречу войне. И над их поездами нависнут машины с крестами. И в прицел было видно, что там не солдаты, не пушки, только дети бегут от вагонов, десятки детей. На пилоты спокойно и точно бомбили теплушки, ухмыляясь злорадной арийской усмешкой своей. И метались по станции в страхе мальчишки, девчонки, и зловеще чернели над ними на крыльях кресты. Мелькали средь пламени платья и рубашонки, и кровавились детскую плоть земля и кусты. Клокли крики и плач в реве, грохоте, юнкерса в гуде. Кто-то сам, погибая, пытался другого спасти. Мы трагедию эту вовек не забудем, и фашистских пилотов убийц никогда не простим. Разве можно забыть, как детей по частям собирали, чтобы в братской могиле как павших солдат сохранить, как на ними, не стыдясь, и мужчины рыдали, и клялись отомстить. Разве можно все это простить? На Руси нету горя чужого, беды посторонней, и беды ленинградцев, лучковцев считали свои. Да кого же убийство детей беззащитных не тронет? Нету боли страшней, чем видеть страдания детей.